Красный крест Беларуси объявил сбор на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии. Сотни волонтеров работают на месте трагедии. Белорусский отряд специального назначения «Зубр» отправился в турецкий город Адана. Состав группы – 32 человека. Это медики, кинологи с собаками, группа разведки, химико-радиационной безопасности и другие. Ожидается, что командировка белорусских спасателей продлится 12 дней. Кроме того, Беларусь прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи. Помочь пострадавшим в стихийном бедствии может каждый. Сделать пожертвование легко через систему ЕРИП, вкладка «Благотворительность», «Помощь взрослым детям», «Белорусский Красный Крест», «Секретариат», «Акция», Т-2023. Подробную информацию об оказанной помощи можно найти на сайте Белорусского Красного Креста Red Cross BY. Собранные средства будут переданы непосредственно турецкому Красному полумесяцу, который организовывает помощь пострадавшим на месте. Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7-7,8 баллов. Затем последовало более 1000 повторных подземных толчков меньшей мощности. Землетрясение стало крупнейшей катастрофой в истории Турции с 1939 года. На 9 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек, сообщают информационные каналы. Общее число пострадавших в двух странах достигло почти 66 тысяч. Подземные толчки продолжаются. Известно, что в Турции погиб муж и ребенок белорусский. Посольство нашей страны следит за состоянием своих граждан и за ходом спасательных операций.